Всем привет! С вами Жанна Капьен, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня я хочу вам рассказать о моей самой любимой тональной основе в компании Faberlic. Скажу честно, я искала ее очень долго. Мне нужно было, чтобы ее оттенок не уходил ни в розовину, ни в желтизну. Вот был комфортный, был удобный. И вот, наконец-то, я нашла ее. Итак, это тональный крем-сыворотка с омолаживающим эффектом, который называется «Сияние молодости». И тон, который мне идеально подошел, это 6310, который называется «Естественно бежевый». Давайте посмотрим, как он будет на коже. Мы видим, что оттенок напоминает слоновую кость. Смотрите, я начинаю его разбивать по коже. И вот идеальное покрытие и цвет. Масло арники стимулирует кровообращение. Депантенол увлажняет, обновляет клеточки. То есть в этой тоналочке натуральный комплекс на растительной основе питает, увлажняет, восстанавливает эластичность и упругость кожи. И посмотрите, какой оттенок. Ровный, комфортный, матовый. Замечательная тональная основа. Очень рекомендую и советую. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и хорошего вам дня!